Всем привет, как у вас дела? Я сегодня без настроения. Вы знаете, что я, когда мне плохо, это плохо. Я сейчас нахожусь на работе, и мне просто плакать хочется. Устала. Устала от всего, от жизни. Почему мне? Я сейчас просто вспоминаю, что иногда некоторые думаете, что я счастлива. Да, эти 2 месяца была счастлива, потому что муж не пил. Но когда он пьет, у меня начинается истерика. Потому что меня напоминает первого мужа. И вообще я устала от этой жизни. Устала. Устала, потому что никогда счастья не было. Никогда легким трудом мне ничего не давалось. Все тяжело давалось. И какой-то конченый испанец, блин. Как может мужик, да? Ну сказать, ну хватит пить. Не, блин, он за пиво готов тебя просто уничтожить. Я ему говорю, ты выпил, хватит. Я вчера пошла с работы, там пошла на шопинг, пришла с работы. Смотрю, он выпивший. Ну, сначала не заметила, потом заметила. Я ему говорю, ну хватит пить. Потом, он, короче, пока я купалась в кухне, короче, выпила еще одну полулитровую. Потом ужинаю, я ему говорю, ну хватит тебе пить. Он пьяный, вот это не соображает, что делает, и типа, я хочу пить, и мой сын говорит, мама, пускай не дождется, говорит, он за пиво, говорит, готов будет тебя, говорит, уничтожить, и я вот это обратно вспомнила, я, блин, дай бог, я вам честно говорю, когда все наладится в Испании, я постараюсь, я от него уйду, вы что думаете? Он работает не для меня. Он работает, чтобы своей дочери оплатить. Да, если вы некоторые будут говорить, ты туалеты моешь? Да, я туалеты мою. И зарабатываю моим трудом. Да, сейчас унитаз мою. Что вы думали? Вот, смотрите. Я не могу. Мне так обидно. За себя обидно. Почему? Сводная сестра меня выгоняет с дому, да? Когда мне было 23 года. Я выхожу замуж за какого-то конченого украинца. Он портит мне жизнь. Наконец. Я выбралась. Очень тяжело добралась до Барселоны. Вроде влюбилась, а вроде все хорошо. А тут конченый тварь попадается тебе.
У меня никогда депрессия не уйдет. Если у меня вот такие истерики. Мне все равно, если вы будете плохой, что-то писать, мне все равно. Если со вчерашнего дня. Сейчас моя хозяйка придет, она кофе будет готовить нам. Когда все уладится, я разойдусь с ним. Я, блядь, продам эту долбанную квартиру. Я всегда мечтала иметь нормального мужчину. Квартире делала ремонт я. Двери ужасные. Я как-то хотела поменять двери, но там какой-то конченый армян взял деньги, год продержал, короче, двери не сделал. Потом какая-то проблема началась. Я эти деньги истратила. Потом эта долбанная собака весь диван обоссал. У меня в жизни два конченых человека, которых хочу убрать. Это собаку и его, потому что никак не могу отучить. Я сегодня встала, диван обоссанный. Я хочу диван поменять, но представьте себе, блин, ну как можно обоссать диван, скотина? Как можно диван обоссать? Я сказала сыну, чтобы он диван убрал. Помыл. Аммоняк. Аммоняк да. Нашатырным спиртом. Потому что терпеть не могу. Запах мочи. И кастрировала, и все, блин. А этого конченого мужа как кастрировать собаку, чтобы не пил. Иногда есть люди, которые говорят, он хороший мужчина, он хороший, цени, люби, да идите и живите вы сами с ним. Если этот мужик ни хрена не делает дома, девочки, он идет работать. Работает он не для меня, он для работы для своей дочери, чтобы оплатить ей. Оплатить ей. Дочкина комната все время убирала я и мой сын. Все время. Дочка придет, обосрет эту комнату, уйдет. Так как, короче, дочка на меня обозвалась, и так я перестала помогать, ну, убирать у нее в комнате. И сын перестал. Я просто сейчас ванну мою, девочки. И сын перестал, короче, мыть. Сейчас эту комнату зайдешь. Это просто пипец. Это можно убежать оттуда. Ему ничего не надо. Девочки, попросила покрасить под окнами. Там коты, когда окно поднимаются лапами. Он покрасил, краска плохая была. Вся зеленая, уже год. Рамки, короче, с двери падают. Сделай. Ничего. Плинтуса. Ничего. Кондиционер надо менять, потому что желтый цвет. Мне не нравится. Ничего. Диван. Я куплю. Ладно, я вот стул я купила, диван. Вот сын мне дал 400 евро, говорит, мама, купи котам. Ну, чтоб они ногти. Оля, китай. Ногти точили. И, короче, что там еще надо? Вот я должна сейчас заказать. И все, я должна заказать, блин. Все я. Сделай это, сделал. Он приходит с работы, пьет пиво, жрет, ложится спать. Он сегодня работает 6 часов. Ложится спать, встает и пиво. И пока, блин, не будет пьяный, блин, не успокоится. У него папа тоже пил.
Короче, извините, я должна была с вами делиться. Моя хозяйка пришла, не хочу, чтобы она меня видела. Все, я вам честно говорю, когда это все откроется, нахрен я развожусь, я вам честно. Нахрен мне такой муж.